Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, мы продолжаем играть «Спасти девушку». Мы остановились здесь, ребяточки, в этом месте. Растение-людоеда, что ему дать, жвачку или дихлофос? Давайте дадим жвачку. На, жвачку. Все хорошо. Так, а здесь что? Давайте вот эту используем штучку. Абракадабра. Прикинь. Правильно нажал. Так, следующий. Либо лед, либо спасательный круг. Давайте кинем лед. Посмотрим. А, да, отлично. Представляешь? Замерзло все. И мы прошли дальше. 50 долларов нам дали. Так, далее. 50 монеток. Начать. Давайте, пошлите дальше. По пустыне идем, пить хочет. А, нет, зыбучие пески, помогите, что же делать? А, давайте джина вызовем. О, молодец. Твое желание для меня закон. Денег заказать или дождь? Дождь давай. Хорошо. Что дальше? А, давай, бриллианты. О, нет. Бриллианты надо было не заказывать у него. Представляешь? Так, давайте еще раз пройдем, посмотрим. Зыбучие пески. А, давайте вызовем джина. Так, смотри, он станет выполнять наши желания. А если закажем деньги сразу? А, нет, нифига. Да, надо было все-таки, ребятушки, выбирать. А, конечно же, дождик. Вот сейчас выберем дождик. Так, зыбучие пески. Джина. Так, джинник. А, давайте дождик. О, сейчас все вырастет. Оазис. Оазис стал. Ну, давайте сундук. А что в сундуке, неизвестно. Идем дальше. А, нет, все, прошли, ребята, прошли. Прошли уровень. Так, а там, наверное, бриллианты лежат. Ой, уронила. Так, джин. О, нет, сундук потерян. А ну как, как, что же делать? Давай еще сундук мне. О, спасибо. Да, правильное решение было. Просто поднять сундук. Какой стол ты можешь съесть? Стол? Вот это. Овощи. Правильно, овощи. Угу. Ну да, что там за стол был такой некрасивый какой-то. Так, спать хочет, что делать? Ну давайте, конечно, сделаем вот эту штучку. Да, отлично, правильно мы выбрали. Потому что, видишь, я смотрю, два дерева стоит. Поэтому здесь логичнее гамак выбрать. Так, давайте дальше. О, в телек попало. Так, а тут куда? О, я не вижу, тут нужен свет. Ну давайте включим фонарик. А, нифига, фонарик не сработал. Но если она, ребята, в пещере, то логичнее использовать пещерные технологии какие-то. Камушки. Давай. Так, тут темно, нужен свет. Вот, разожгла огонь. Сердечко. О, птеродактиль. Динозавр, еще и голодный на вид. Что же делать? Ну давай, вот это что такое? Фотоаппарат? А, фотоаппарат, прикинь. Да исторический фотоаппарат, она его сфотографировала, и у него это крышак поехал. Это валун переграждает путь, что же делать? Конечно же шпинат, ребята. Да. Видишь, как она, какая сильная стала. Так, прошли уровень. Так, 50-й, следующий. А, нет, значит, почему 50-е? Это 50 монеток нам дали. Так, 31 уровень, проходим дальше. Так, пещера какая-то, так она из пещеры вылезла. О, споймалась, смотри. Ножницы или жидкость? Стать маленькой. Да, давай, выпьем, маленькой станем и пролезем. О, видал. Прикол. Так, это пещерный человек. Абракадабра говорит. Что делать, телефон сотовый или штанишки? Давайте штанишки. О, все, влюбился в нее.
Так, это тоже женщина его, абракадабра. Что ей сделать? Помаду губную дать. На. Нифига, нифига губная помада. Я думал, она себе губы накрасит. Ладно. Так, проходим дальше. А что будет, если использовать ножницы? Давайте посмотрим. А, она отрезала веревку, упала и головой стукнулась, короче. Ну, логично, логично. Головой стукнулась и чуть не померла. Надо жидкость выпивать, чтобы стать маленькой. А, сказки. Так, вот этому челдобреку мы оденем сейчас юбочку. Все. А этой мадам нужно показать телефон. Виртуальная 3D-реальность. Все, она там застряла. В этой реальности. Прошли уровень. Прошли 50 монеток заработали. Давайте дальше. Как мне передвинуть эту машину? Ногами. Ногами, конечно. Но по-другому никак. Как мне пройти? А, кусок мяса или досочка? Ну давай кусок мяса. О, крокодил, видишь? Ой, опять зыбучие пески. Смотри, ребята. А, давайте энерджайзер, конечно же, выпьем. О, а нет, не сработало. Я думал, она быстро-быстро-быстро-быстро ногами будет крутить. И выберется. А, нифига. Так, 32 уровень, ребята. Так, на машинку садимся. Ножками идем. И машина едет. Офигенная, транспорт офигенный такой. Так, а здесь мы возьмем резиновые сапоги, оденем. Ага. Где логика, да? Пещера. А, мы зашли в пещеру, ребята. Это у нас будет 33 уровень. Пошлите посмотрим. Что там будет в пещере? Пёска. Еще одна страшная собака. Что же делать? Давайте оденем наушники. О, видишь как? Чтоб не слышать её. Как она гавкает. Как мне пройти? А, конечно же, стёклышко мы сейчас поставим сюда. О, видишь как? Телевизор. Доисторический телевизор. Ничего себе, у них там телевизоры были доисторические, что ли? Пикачу или... Чё там? Давай Пикачу поставим. Точно, смотри. А, она вернулась домой через телевизор доисторический. Интересная логика у них. Так, прошли уровень, дальше. 34 уровень. Ночью идем вечером. Заходим. Ой, дверной проем завален камнями. Что же делать? Давайте использовать вот такую дверь. Опа! Видишь, как логика, да? Паук, ненавижу пауков. Либо огонь, либо спрей. Ну, давайте огонь. Все, он загорелся и сдох. О, хорошо, хорошо. Зомби, опять зомби, что же делать? Давайте коробку используем. Надеюсь, нас он не заметит. А, заметил, ребята, заметил, открыл коробку. Я так и думал, что надо использовать не коробку. А этот самый, как его, шкаф. Ну давайте посмотрим, что будет, если в шкаф залезть. Так, дверной проем завален камнями. Здесь мы ставим дверь. Проходим. А здесь он ненавидит пауков. Бросаем факел, и паук сгорит сейчас, смотри. Да. А здесь от зомбака мы спрячемся в шкаф. Все, зомбак ушел. Ну а где логика, что... Зомбак уйдет, когда она спрячется. Она может там сидеть, и зомбак будет там стоять, и долго-долго и придется там сидеть в этом шкафу. 35 уровень, ребята. Так, давайте посмотрим, что здесь. А как мне открыть эту дверь? О, волшебная палочка, давай. У нас же все волшебство. Да, волшебство. Отвертка. Зачем отвертка? Для этой двери нужен пароль. Давайте окно помоем. А, нет. Какой пароль? А, вот этот первый, конечно же. Да, все правильно. В смысле не этот пароль?
А, там же не Г буковка, понял? Там просто черточка. Как мне открыть эту дверь волшебной палочкой? Это же волшебная палочка, да, ребята? Для этой двери нужен пароль. А, давайте стерем. Посмотрим надпись. Вот это вот первое. Все открыли, и мы ушли с этой локации. Ну что ж, ребята, если вам нравится, обязательно ставьте лайк этому видео. Если нравится игрушка, спасти девушку. Ну а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И пишите комментарии, передавайте приветы. Всем до новых встреч. Пока-пока.